Добрый день, с вами Супермаркет Семян, и сегодня мы поговорим о том, как пользоваться нашим каналом в YouTube. Для этого вводим в поисковой строке в YouTube название нашего канала. Так как у нас два канала, старый и новый, на старом 97 видео, на новом видео больше, и он выбивается впервые в поиске. Нажимаем на него. На данном канале вы можете увидеть несколько разделов. Это «Культура в поле», «Антифейк», «Плод в разрезе», «Не поле производителей» и «Созданные плейлисты». Также с нашего канала вы можете перейти на наш сайт, кликая по иконке супермаркета «Семян». Также в различные соцсети – Facebook, Twitter, LinkedIn и ВКонтакте. Поговорим о разделах. Раздел «Культура в поле» название говорит само о себе. Здесь вы найдете сюжеты овощных культур и сможете посмотреть, как ведет себя данная культура в поле и как она выглядит. Антифейк. В данном разделе вы можете увидеть, как выглядят оригинальные упаковки от различных компаний, а также сможете увидеть, как выглядят различные семена, каким цветом окрашены и чем протравлены. Данный раздел мы создали для того, чтобы бороться с подделками семян. Плод в разрезе. Название данного раздела тоже говорит само за себя. Здесь вы можете увидеть сюжеты о разрезе разных культур и посмотреть, соответственно, какие они в разрезе. Дни полей производителей. В данном разделе вы сможете увидеть описание данных культур от самих производителей. Также ниже вы можете увидеть созданные плейлисты. Так как в YouTube нет фильтров, не предусмотрены фильтры для поиска, вы можете найти данную культуру, какую хотите, при помощи. Вот, например, если вы хотите найти культуру в поле. Я хочу, например, найти огурец Чайковский, допустим. Для этого мы нажимаем сочетание клавиш Ctrl-F. У нас выбивается окно поиска. В данном окне пишем название гибрида, который нас интересует. Чайковский, вот. Справа вы можете увидеть желтый маркер, в котором отмечено расположение той или иной культуры, которую вам нужно было найти. Притаскиваем бегунок на этот маркер, огурец Чайковский. Таким же образом можно искать культуры в разделе «Антифейк», «Плод в разрезе», «Дни поля», в любом разделе. Но если вам же нужно, допустим, вы хотите посмотреть видео и культуры в поле, и антифейка, и плод в разрезе, то есть отзывы какие-то хотите посмотреть о данной культуре, чтобы вам не искать, не ходить по разным разделам, вы можете перейти в списки, то есть это будут все плейлисты, которые у нас есть на канале, и тут вы можете найти отдельные плейлисты по производителям. То есть вот если видите, Хазера есть, Сингента, Бейл, Эрксид, все-все производители, на которые мы снимали сюжеты. Мы выберем компанию Bayer Nunes. Вызываем поисковую строку при помощи клавиш Ctrl-F и в ней вбиваем ту культуру, которая нас интересует. Допустим, это будет морковь Лагуна. Данными маркерами мы видим, где находится данное видео, и можем, в принципе, перейти посмотреть, что мы видим. Есть антифейк по моркови Лагуна, морковь Лагуна в разрезе. И еще один антифейк упаковки старого дизайна компании. Так как компания Nunes поменяла свою упаковку и различные компании, то в поиске вы можете найти несколько антифейков. Чтобы просмотреть видео, вам нужно кликнуть на иконку или название данной культуры. А под видео вы можете увидеть иконку для того, чтобы подписаться на наш канал, для того, чтобы поставить лайк, а также вы можете оставить свой комментарий под видео. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.